Всем привет, братва! Вот видос очередной Домотерра, точнее уже выложил, потому что вы это смотрите. А видос про поставки запчастей, которые я вот распаковываю, радуюсь бесконечно всем этим маленьким запчастюлькам бимиксерским. Вот в одной из поставок, точнее нет, в двух поставок по велосипеду, один из которых мы протестили с дядей Пашей кейтюбиком в формате Game of Bike. Так что на великах покатались и запчастям порадовались. В общем-то, приятного просмотра. Мне все время нравится, вот у меня иногда бывает немножко с памятью какие-то провалы. Я порой что-нибудь закажу, а что потом забываю. И мне так интересно распаковывать, прям вот целый дивный новый мир открывается. В этом есть, короче, свои преимущества, когда иногда немножко подвыпадаешь, а потом опять заново удивляешься всему. Охрененно. Сейчас будем вместе удивляться в скейт-парке Калуга. В магазине SMD Bike Shop. Погнали. Все, вот так телепортировались мы к скейт-парку Калуга. Сейчас достаем поставочку, заносим и распаковываем. И вместе с вами посмотрим, что там находится. Я практически так же буду удивляться, как и вы. Может, даже чуть больше. Итак, что, ну начнем мы вот с этой квадратной коробочки небольшой. Посмотрим, что здесь. Оп! Как будто в детстве вот принесли родители какую-то новую игрушку. Вот такая жадность, даже может быть чуть-чуть больше, если честно. Обожаю всякие вот эти вот запчастюльки красивые. Так, ну что, сверху нас здесь грипсы встречают. Одни из самых, вот на мой взгляд, кайфовых грипс от бренда BSD. Это Grime, Lizus, Passenger, и их больше всего берут. Ну, не считая, может быть, грипсов VLX, вот эти, которые очень бюджетные и при этом очень качественные. Вот это вот грипсы на втором месте. Так, ну что, Grime, Passenger тоже охрененный. Мы почему-то, кстати, по-моему, Passenger в прошлый раз не завозили. Но тоже очень приятный, про модель Криса Кайла. И все комплектуются вот такими пластиковыми заглушками, ну, с таким стильным принтом. Ну, какой-то антисмайл тут он язык и высунул. Классический Lizus, самый популярный у нас грипсы. Ильзет прекрасно на таких катается, Семен Семенович на таких катается. И еще много кто. Дальше, что у нас тут под руку попалось? О, звезда Cinema. Без каких-то излишеств, ничего здесь такого супер нету, просто кусок качественного алюминия, все это отфрезеровано на специальном станке. Ну, на самом деле, достаточно бюджетная звезда, да, если никаких понтов не надо, вот просто нужно, чтобы велосипед работал уверенно, качественно и не подводил. Вот, пожалуйста, звезда на 25 зубов. Сразу видно, что надежно. Ничего страшного не будет, всякие там дизастры, если где-то там ты на спане что-то зацепишь. Или на звезде какие-то там трюки, какие-то стенды, ну не знаю, кто как прикалывается. Этой звезде все будет нипочем. Даже, я думаю, без гарда ей ничего не будет, не погнется. Рулевая Code Bikes. Два аккуратных пыльника, точнее один вот аккуратненький пыльничек такой в комплекте. И проставка на 3 мм и 5 мм. Все, что нужно. О-о-о! Оранжевые! Тоже от бренда BSD. Да, это же Jonesis оранжевые педали. Хорошо себя зарекомендовавши, потому что надежно. В принципе, они и не болтаются, и держак нормальный, и платформа удобная. Все есть в этих педалях. И педали Cinema. Вот такие черные с золотым. Это прям какой-то цыганский стайл. У кого золотой iPhone, в общем-то, покупайте педали Cinema. Будет очень красиво сочетаться с вашим телефоном. Как выглядит этот оранжевый яркий цвет. Прикольно. Мне кажется, Владу Игнату, кстати, подошел под его яркий велик. У него грипсы VLX, да, такого цвета, и вот педальки вообще зашло бы нормально. Так, каретка, подшипники Code Bikes. Если вы катаетесь без спейсера, это просто расходный материал. Вот Елизавета знает, да, раз в полгода подшипники приходится менять. Цепь BSD Half-Link. Сейчас мы ее распакуем и посмотрим. Мне, честно сказать, с виду она очень нравится, как выглядит. Мне она даже с виду больше нравится, как Shadow. А стоит почти что в два раза дешевле. Я так впервые на нее обратил внимание. Серега Кузнецов на такой катается. Я вот обратил внимание, что такая форма прикольная, без всяких излишеств. То есть она прям ровненькая, четненькая. Вот такая аккуратненькая, маленькая, красивенькая цепь Half-Link. То, что надо. Ну и бренд BSD, значит, это будет качественно. Как бы хрень ребята не делают. Да, и вот так вот выгравлено на каждом звене BSD. Чтоб все знали, что у вас не просто какая-то цепь, а топового английского бренда. Так, ну и проставочки тоже такая нужная вещь, чтобы правильно подогнать, настроить свой велосипед. Часто нужны вот такие вот тут проставочки. То есть, если кому-то руль, например, слишком низко, да, можно поставить сантиметровое колечко. Есть в комплекте также еще маленькое 3-мм колечко.
и полсантиметровая. Так, так, так. И переходим мы к тому, что я наверняка помнил, что я заказал. А именно два красивых стильных шлема матовых. Один черный и один должен быть белый. Белых у нас еще не было. Сейчас посмотрим. Это новая коллекция Fuse. Вообще красота изумительная, ядрёнок черебик. Так, ну посмотрим, сейчас распакуем, посмотрим, как выглядят эти два шлема. Размер маленький специально мы взяли, потому что самый-самый ходовой XS. Вот такая красота, охренеть. Новый стилечек у них очень прикольно выглядит, вот такой граффити стайл. И здесь вот такая стильненькая надпись, пока что расшифровывать не будем. Protection. Ну сразу видно, что шлем серьезный. Ооо, белый, матовый, безумно круто выглядит. Мне очень нравится. Очень красивый новый такой редизайн у них. Просто пушка. Так, ну что, уже открыла следующую коробку, а здесь долгожданный велосипед. Но начну я сначала с камеры. Вот камеры под руку попались, камеры Federal. Что ж, 6 прекрасных камер построились в ряд. Красивая вот такая вот упаковочка, мне очень-очень нравится. И одну из них сейчас положим на весы и все-таки узнаем, сколько весит реально эта камера. Сколько? Ядрёнка-черыга. Ну, в общем-то, эта камера не для тех, кто хочет прям супер лайтовый какой-то велосипед, но для тех, кто зато катается в стрите, много катается по городу, может быть, много гриндит, вот, и меньше, гораздо меньше вероятность проколоть такую камеру, чем ту же ультралайт, например. Ту-ду-дум, ту-ду-дум. Так, ну и переходим к самому велосипеду. Вот такая красота. Пока что непонятно, как это все выглядит. И сейчас оставим процесс сборки увлекательный за кадром, а вы увидите через мгновение, как выглядит этот велосипед в собранном состоянии. Ну что, вот такая пушка-гонка ожидает нашего юного начинающего маленького спортсмена, которому всего лишь 5 лет. А сейчас надо провести тест-драйв этого велосипеда. Посмотрим, насколько качественно тут все собрано и сделано. И вот летчик-испытатель Евгений Лучининов. Если этот маленький велосипед выдержит такого большого парня, то значит и маленькому Федору будет то, что надо. Господи. Улетел, но обещал вернуться. Сейчас, если вернется, значит, все работает. Евгений, ту-ду-ду-дум, ту-ду-ду-дум. Отличный аппарат. Хорошая концовка. Так, нет, это еще не концовка, потому что спустя всего лишь 2 дня приехала еще одна вот такая коробочка, и мы сейчас ее распакуем, и буквально 5 минут я вас еще задержу и посмотрим, что в ней находится. Там я точно знаю, что велосипед, но кое-что еще есть. Кстати, красивый красный матовый цвет. Ну, также процесс сборки мы быстренько сейчас за кадром оставим. Итак, все, основная большая коробка оказалась пустая, но мы нашли в ней в коробке еще одну маленькую коробку, которую сейчас вскроем. Тут, наверное, скорее всего, что-то еще от велосипеда. И еще должен быть ключ. Я себе в скейт-парк заказал, чтобы у нас здесь были все время шестигранники под рукой. И ключ открутить, снять колесо. Так, так, так. Книжечка от велосипеда. Педальки от велосипеда Sunday Premier. Педальки отстойные, скажу честно сразу. Я думаю, в ближайшее время Ване надо будет их поменять на какие-нибудь что-то типа Shadow или King Bikes или Cinema. Или вот здесь вот я заказывал еще одни педальки Odyssey. Вот такого красивого нежного цвета. Охренеть, мне нравится. Педальки, кстати, одни из легчайших вообще на рынке педалей. Легче может быть только ириковские Red BMX, вот эти супер тоненькие на промах. Здесь тоже тонкая платформа, втулки скольжения, чуть менее прочные, чем на обычных подшипниках. Могут они разбалтываться со временем. Но в любом случае, срок службы педалей, ну, на мой взгляд, при активной катке пластиковых, это 3-4 месяца, ну, полгода, да, и вам все равно придется менять. То есть тут скорее шипы быстрее сотрутся, чем развалятся сами педали. Я, кстати, на таких катаюсь, Елизавета тоже. И чемпион Калужской области Владислав Игнатов также катается на педалях Odyssey. Ключик такой Odyssey Multitool, это я себе заказал. Вы также можете заказать в любой момент в нашем магазине любые запчасти, и этот ключ не исключение. Доставка 3-5 дней, вот, забрать отсюда, либо доставка по Калуге бесплатно. Грипсюльки вот такого, блин, яркого, какие красивые, охренеть, они очень приятные на ощупь и безумно такой ярко-кислотно-розовый цвет. Грипсы с сандой.
Баренде, Паренц. Лучшие баренде, все, исчерпывающие. Больше про них сказать нечего. Супер крутые. И вот такой вынос к нам еще приехал. Вынос Сандой. Самый простой, литой вынос, очень дешевый, но для тех, кто катается на выносе фронтлоуд и хочет себе повыше руль, эта штука позволит вам поднять на пару сантиметров руль. То, что надо. Ну что, друзья, вот такая пушечка, гоночка, красная, яркая, матовая, но с черным на контрасте. Мне, честно, очень нравится, как выглядит. Я не любитель красного цвета, но вот как здесь это выглядит, в этом велосипеде, мне нравится. Но сейчас мы сделаем пару движений, посмотрим, как он в деле. Честно сказать, я уже такие велосипеды тестил, это уже не первый велик такой. Но до этого были ростовочки поменьше гораздо, и они, на удивление, комплектовались другим выносом, и руль был меньше. Сейчас посмотрим, как вот этот велосипед чувствуется. Те велосипеды были крайне стабильны, одни из самых стабильных велосипедов. Ну, потому что супер классическая геометрия, ничего здесь таких супер каких-то острых углов нету, поэтому велосипед очень хорошо чувствуется и хорошо подходит для начинающих райдеров, у которого не так много контрольно. Сейчас мы сделаем это в таком формате, тест это велика. Мы тут рядом со мной дядя Паша, а.к.а. Тюбик, и мы сейчас сыграем по-быстрому в быстрый Game of Bike. Вот, я прям сходу буду прикатываться к этому велосипеду. Самый старый велосипед Калуги против самого свежего велосипеда. Да, по факту, все верно. Как тебе, кстати, такой велик? Ну, прикольный цвет, пушка, по геометрии я не разбираюсь, поэтому... Ну, я разбираюсь, так что обращайтесь ко мне в SMD Bike Shop. Здесь мы разбираемся и подбираем супер качественный инвентарь, который подойдет именно вам. На счет три. Раз, два, три. Так, ну, сразу сходу сдаю просто ванейти туфейки на подскача. Ну, чтобы понять вообще, как чувствуется этот велосипед. Ох, большой велик. Чувствуется уверенно, потому что это Сандой. Сейчас посмотрим, как мой велосипед себя чувствует. О. Чувствуется, что не катался я давно. Как говорит наш друг-фотограф Виктор из Москвы, старый конь бразды не испортит. И дядя Паша не испортил, я к этому подтверждение. Давайте попробуем... С фейки фулкапчик. Так, окей. Так, ну давайте просто мэнул по столу фанбокса. Ох! И тэпчик. Вот сейчас понимаю, что мне велосипед 2075 такой ростовки великоват чуть-чуть. Но райдер у нас там высокий, и все растет куда-то, поэтому я думаю, что ему как раз такая ростовка будет. Первый. Вот так вот я на новеньком велосипеде ставлю первую букву легенде калужского BMX-спорта. Скоро у нас, кстати, батл легенд, я думаю, будет в конце этого месяца. Ну, давайте попробуем ванейти на стол. Оказывается, долгий перерыв в катании у Тюбика. Вот так вот простые трюки, которые он делает стабильно, сейчас ему, видно, дается не без напряга. Ой-ой-ой! Так, ну давайте попробуем 360 градусов. Хорошо! Тюбас на изи справился. Если учесть, что супер давно не катался, да, и вот так вот берет, и все, в принципе, трючочки делает практически. А, да. Давайте попробуем вот эту штуку с чикенбаром с фейки. Не получилось заподлить, Роме. Давайте задаю 360 под фейки в квотерпайпе. Воу. С первого раза просто. Фёрдрай, как говорится. Криво, косо, но взято. А что это было? Ух ты, ёпта, не понял, что происходит. У меня обычно такая моя темка хорошо делаю. А тут вот так вот тюбас мне ставит букву. Не, так что не все этот велосипед может, видите? Не все. Ну хотя это во мне дело, на самом деле. На плоскоче Fujian VIP. Ох, тяжело пошло, но
Но устоял. Ух, ёпперсу ты поставил! Не хватило дожать. Подустал просто под конец, пока надо было перерыв сделать. Да надо было кататься. Почаще? Тогда бы узнали бы. Итак, классный велик, круто с тюбиком мы зарубились. А более подробно про комплиты, про велосипеды я, наверное, расскажу в отдельном влоге, так что подписывайтесь на наш канал, вот эти там колокольчики ставьте, лайки и комментарии пишите, так нас больше народу узнает, и тем самым экстремальный вид спорта, и BMX-спорт в частности, будет продвигаться в нашем городе. Так что до встречи на YouTube-канале «Светлый майский день».